Всем привет, народ! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров, и вон я играю в Skyrim Special Edition, и сегодня секреты Скайрима. А секрет заключается в том, что я покажу вам, как можно летать на драконах не так, знаете, как обычно по кругу, а на большие разные расстояния. Ну и что для этого нужно? Давайте я вам сейчас все подробненько расскажу. Ну, для начала, конечно же, вы должны изучить крик подчинения воли. Чтобы изучить крик подчинения воли, вы должны пройти Dragonborn. Это последняя DLC с островом Солсхейм, ребят. И там вы получаете все три крика. Все три. Только если у вас будет три крика, вы сможете подчинить дракона. Ой, кстати, это, по-моему, ребят, легендарный дракон, да? Да, это легендарный. Так, мой маленький, иди сюда. Ага. Отличненько. Парень, привет. Чем я могу служить? Легендарно, обратите внимание на глаза его. Прокати меня немножечко. Да, поехали. Между прочим, на легендарном вы можете кататься дольше, чем на других. Шучу. Шучу, ребят. Одинаково. Одинаково вы катаетесь. Господи, как я был расстроен, когда узнал, что на драконах нельзя летать. Нельзя летать просто. Ты вызвал его... И полетел, погнал, куда тебе хочется, как ты хочется, чтобы видеть эти все прекрасы. Я такой думал, блин, как? Даже во всех обзорах говорила, ну как, это невозможно. Все сразу давай там примеры, ну это невозможно, потому что, блин, ну эта карта подгружается, должна система быть супер мощная. И, ну я верил до последнего, но оказывается нет. Летание на драконах, это, знаете, чисто такой вот, такая вот фича красивая, где ты можешь как бы... назначить так, чтобы дракон кого-то атаковал, или сам немножечко там популяция какой-то магией полечиться. Но это вообще неуправляемо и очень сложно. Ну ладненько, давайте я вам все сейчас расскажу. Смотрите, ребят, на таком драконе можно перемещаться по разным локациям, и между прочим, можно перемещаться, даже если на вас согрелся противник. Ну, то есть дракону ничего не мешает взять и улететь. Ну, самая первая локация — это коллегия Винтерхолда. Многие игроки, когда смотрели мое прохождение Skyrim Special Edition на легендарной сложности, уже заметили такую интересную особенность. О, тут еще какой-то дракон. Что когда вы летаете именно над коллегией Винтерхолда, господи, как же тут красиво. И просите дракона приземлиться, он берет и летит. Летит туда, куда ему хочется. Просто там он не может нигде приземлиться. О, дракон, привет. И мы просто-напросто летим. Летим и наслаждаемся этими видами. Вау. Да, управлять им нельзя, потому что у него заданный маршрут. Но это маршрут самый огромный, какой я только мог найти. Есть еще маршруты, но мы их посмотрим немножечко позже. Ну, то есть это все равно обалденно. Он мог приземлиться где угодно. Где угодно, но нет. Ой, вот эта локация интересная. Надо будет потом туда зайти. Он просто-напросто летит дальше. Ой, смотрите. Драконий крик. Тут еще один дракончик. Так, облетает, подлетает выше и продолжает свое путешествие, ребят. Это Special Edition, но также, по-моему, это работает и на легендарном издании. Да, по-моему, работает. Хотя, если, ребят, не трудно, проверьте. Проверьте. Вау! Просто обалдеть! Мы взяли и летим. Летим и летим. А лететь, между прочим, он будет куда? Ну, сейчас вы все увидите. Вау! Еще снег идет. Была бы погода получше. А интересно... А нет, не могу. Крики зайти не могу сейчас. Блин, я был, конечно, в шоке, когда вот это вот обнаружил. Такой, что? Куда ты меня везешь? Ну, а потом я понял, что
Просто-напросто эта фишка заключается в том, что дракону негде приземлиться. И тут он немножечко... Опа! Багается. А нет, нормальненько. Таким образом мы прилетели на это же, ну, постоянно. Постоянно он прилетает на ту же самую локацию. Интересно, повторно его можно призвать, да? Или он уже... Ой, парень. Чё-то он улетел. Дальше, ребят. Следующая локация, в которой наш дракон. Следующая локация, в которой наш дракон летит и не приземляется там, где нам нужен, это глотка мира. Так, ребят, мы на глотке мира. И сейчас я буду приземляться. Ну, секунду, дайте я немножечко осмотрюсь. Вау, на Special Edition, конечно, обзор просто огромнейший. Я посмотрю, где можно приземлиться. Очень сильно добавили обзор, очень. Именно в Special Edition. Ну что ж, и вот он. Делает, вау, какой просто пуля летит вниз, как орел. Да, ребят, то есть он там не приземляется, он не хочет там приземляться, он летит в ближайшую деревушку, самую, что ни есть, ближайшую. Самое интересное, что иногда он приземляется, но в большинстве случаев нет, ему лучше здесь. Вот он прилетел, и здесь мы приземлились. Есть. Так, еще одна локация, в которую можно нырнуть, это, по-моему, ребят, сейчас... Нет. Нет, это не то. Вот, сумеречная гробница, ребят. В сумеречной гробнице наш дракон тоже не приземляется. Я посмотрю, где можно приземлиться. Он летит туда, куда ему... Вау! Как же красиво! Я хочу сделать скриншот, вы только посмотрите. Я не знаю, да, это баг, но он делает игру как-то класснее, ребят. Вы просто берете и летите, куда вы хотите. Ну, не туда, куда вы хотите, но, я не знаю, для меня это как-то важно. Я очень сильно хотел добиться того, что можно будет лететь в разные большие расстояния на дракона, осматривать вот эти вот глобальные территории. И я как-то нашел выход чисто случайно в своем прохождении и хочу этим поделиться с вами. Есть еще много, много разных... Ой, парень, ты что? Есть еще много разных, наверное, мест, где он не может приземлиться. И я отдельный огромнейший респект сделаю вам, если вы мне напишите в комментариях. И может кто-то посидит и попробует, но просто это нелегко. Нужно в каждой локации проклацать, посмотреть, куда он летит и как он летит. То есть, вау, тоже обалденное расстояние, и можно полюбоваться видом или прикольнуться там с другом. Знаешь, смотри, у меня дракон летит туда, я хочу так, сейчас он полетит туда. Ну, вы это знаете, будете знать, куда он летит. Обалденно. Обалденно. Так, ну что, еще одна локация, ребят, это Талморское посольство. Давайте я вам сейчас попробую продемонстрировать. Он здесь, по-моему, тоже берет другой маршрут. Да, и погнал. А нет, здесь он нашел. Кстати, в прошлый раз у меня что-то летало, я просто немножечко тестировал локации. Ладно. Еще из локаций, которые я проверял и в которых он летит, это, по-моему, вот Северный бастион. Ну, это не точно. Это не точно. Давайте проверим. Нет. Тут он приземляется, ребят. Тут он приземляется без проблем. Самое дальнее расстояние, ребят, где он летает на большие расстояния, это коллеги Винтерхолда и Сумеречная гробница. Это лично то, что я нашел. Есть еще кое-какие локации находил, но там... Ну, еще с вершины вот это вниз он ныряет. Есть еще кое-какие локации, но там редко. Ну, может быть, вы найдете какую-то локацию, где он возьмет и просто перелетит через всю карту. Это будет вау, как круто. Это будет просто обалденно.
О, косточки, привет. Еще, ребят, еще я бы хотел спросить у вас, может быть, это все еще не работает на легендарном издании, ну, то есть стандартном легендарном, так что, если что, проверьте. Потому что, ну, мне кажется, все будет работать, потому что особо ничего не меняли, маги как были, так и остались, и, честно говоря, иногда мне кажется, что в Special Edition, например, в Темном Братстве, намного больше багов, намного. Ой, приветик. Бум! Умирай. Так что вот так, ребят. Так что вот так. Если вам понравилось, поставьте лайк. Оставьте ваш комментарий, если вы знаете еще какие-то локации или какие-то секреты. Так что это вот такой вот. Больше баг-секрет, ну блин, как он мне нравится. Он позволяет мне, не знаю, немножечко нырнуть в какую-то свою мечту. И это здорово, ребят. Это невероятно здорово. Ой, какой-то курган. Ну что, напоследок мы полюбуемся на местные пейзажи. На прекрасные местные пейзажи Скайрима. Все, друзья, это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Рекомендуйте это видео друзьям. И этим вы мне очень сильно поможете. Спасибо всем, друзья. Всем счастья и пока.